Что надо? Накрафтил себе настой силы титана. 43 делал. В итоге у вас 40 банок сверху. Видишь? Я сейчас ловушка не снимал. Уже есть кто-то, что сосет? Снимал все, блядь. Не-не-не, не снимал. Поставь. У нас по фарму. Слава за душами пошел. Что, полный дом делаем? Великана будем убивать, да? Да, да. Великан там. Давайте, мне ОДшка нужна. Что там, квест есть? Да, в начале он стоит. Квест. А, мне, походу, он сделан уже. А что, вы самонет не хотите выйти тело из Долорана или тело Долорана далеко? Бобов бьем сам. Я уже скоро плечу сам. Ну, как? Ща трэш добьем, выйду самонет. А, там мои два стоят, да. Что вообще плохо. Я саму станцию манула. Короче, смотрел этот, как, вершину Кирджала, блядь. Что-то у меня ретрики в Т5 не сильно удивили. Че нахуй не удивляет? Шоу в Т4, трэш выдают одинаково, шоу в Т5, блядь. Я видел этот, как его, и думал, Оставь, бронзовое святилище видел, вон он что. Там, в принципе, сколько там шипы выдавал, ну, 1020 давал. Ну, я смотрел, короче, вот я на Синдре, вот этот трэш дракончиков, что собирали, я 100-105 выдавал. Типы, блядь, в Хиджале сотку максимум выдавали. Так это в 303-м гире. В трэш выдавал 105? 105, да, в трэш. Это именно урона или это именно урона в... Как там, УВС это у тебя? УВС. УВС-то. Офига ты. И такой же УВС, это, ну, 100к выдавали в Хиджале. Так это фулл Т5 и героическое. Ну тогда я не знаю, чем это связано. Может, встречательники решили, что они в Т5. Может, перенерфили Т5 просто. Вот этими последними нерфами. Ну, может быть и так. Потому что там же эти полироли черные, там, мне кажется, там донатеров не меньше, чем здесь. Ну, да, там полироли посмотришь, кому вот оно близу. Ребят, а можете, пожалуйста, пригласить Пивко в гильдию? Человек он на Слиме писал. В гостиной Фуривар. Пригласите, у меня здесь вальт. Я не могу приглашать. Я вообще ни на кого не могу приглашать. Как зовут его? Пивко. Короче, на английском. Слава, слышишь, сходил на работу и охуел, блядь, что у вас тут произошло. Это люди поотваливались. А, это не ты, 11. Это вот то, что вчера в этом... Просто Штектора я вообще не ожидал, блядь. У меня именно шок по 23 тысячи критует, офигеть. Я думаю, просто это быстрее будет, когда мы там... Напиши в ДС, произойдет вот такая хуйня. Да была такая же хуйня же, десятка. В прошлый раз помню, что же там ругались, там ходили в один канал. Это же все из-за этой хуйни. То есть это, ну, в десятке уже было все понятно, когда он такую хуйню вычудил, блядь. Вот, пожалуйста. Он написал в охладилке. И че, он не писал больше после этого? Ну, он вот заходил в Дискорд, когда вы были в ТТГ-хэме.
Господи, разбейте кокон эти. Пивко банил в Дискорде? Нет, шекта. Обидно просто. Дайте ему роль, там, имя, спек. Так, важно у нас рестор. Куре, прото, 254 у него. Это ты, Саня? Да. Понял. Вопрос, никто не знает, есть ли еще, кроме ТТГшного вот этого меча, одноручка на танка с мастеркой? Где-то и... Где... Где еще раз? Одноручка, Слава. С 25-ки, что ли? 25-ки. С обычки или с гиры? Дайте роли этому пивку. А то он с мутом сидит. Может, хочет написать привет Ги. Ну да, такой сисгеры брать. Всем готов, жал. На кого-то на пул, на меня или на тебя? Да, там хант. Поставь это от льда или кастер с ППЖ. Ой, блядь, не пуль. Не пуль, подожди секунду. Вы чё, рыбу, дайте рыбу мне... Рыбу не успел МК. Пожрать. Шаману. МК тебе. Я дам. Дал без сервера. Ну, ты мне, всё, я его. Все готов. Ну и пуляйте тогда, раз готов еще. Bones podcast. Все, качайте лимов. Топ ДПС. Лимов. Да эти долбоебы, блять, они не могут нахуй. Сделали по-нормальному, да. Сделали, блять, они. Вот сука, нахуй, вот, вот. Я вообще в ахуе просто, блять. Вот они тупо не могут сделать нормально, блять. Они либо, блять, переапают, нахуй, потом занерфят, блять. И вот сейчас чекай, нахуй, сейчас будут нерфить и лемов после того, что хапнули. И занерфит еще какой-нибудь класс, который нахуй и так, ну, сейчас не сильно дамажит. То есть, под, ну, тронут какого-нибудь варлока еще, блядь, параллельно, нахуй, вместе с лемами, блядь. Да не, варлок самый стабильный класс. Хочешь ДПСить, делай варлока. Ну, не хочу, ладно. Мне нравится. Я тоже не люблю варлок. Прям такая вот, там, хуя, всякую слупу. Хотя... Я жрю Малон, когда со взятым бегали. Там одну единственную чарку с ТТГ выбить, блять, и он будет ебашить, блять, конченый. Да можно это. Я вот не знаю, я хочу чисто. Раньше были классные чарки. Аркан мага, чтобы две кнопки жать и вообще не думать, блять. Стрельни. Единственное, там две кнопки хуяришь, у тебя. Я хочу дыню. У меня шоколадка есть. И мандарины. Дай. Вон холодильник мандарин. Скажи. Я помощника отвел, короче. Ники, может, и нам спокойно ломать лицы. Что это?
пульсирует. Надо было варнов поможет сделать, пусть уже поздно. Завтра идем бить фиолетовое говно. И Жора будет вайпаться на метеоре. Я еще думал, в прошлый раз убьем уже. Да нет, там, когда мы перевели его, блядь, на вторую фазу, на первых лезвиях никто не сдох, я думал, мы реально сейчас его убьем. Потом просто танк упал, блядь. Серьезно. Блин, прикольно выглядит. А и на третьей фазе, слышишь, на метеоре, потом не обосраться. На третьей фазе же, по-моему, там не появляется трэш. Или появляется? Появляется, по-моему. Я, конечно, точно не помню, но, по-моему, появляется. Клаву спросить. В два танка, в одного или снова? В одного? Появляется. Один на трэше, один на боссе и на большом големе. Короче, в три танка. Это же не Гера. Сейчас разговор за РСК 25 хм. Про эту РСК. Кстати, а что с этими мобами там в РСК 25 гер? Они какой-то трэш, как здесь, да, в 25 гер лукаем? Является один большой и 10 маленьких. Если маленькие подойдут близко к большому, они вырастут и вайпанут рей. И это только в свете, да, происходит? А в тьме просто не одно лезвие, а два. Будет крестом ходить так. Чего? Гоно. Я освобождаю тебя от проклятия плоти, мой верный слуга. Что он на второй хил? И важный кека. Важный кека, и кто второй? И Вест. И Вест. Сейчас переведется. Гера? Танский ты Гера, блять. Ты сам на шамане знаешь. Да, я ее изнул. Дедухи. О, перец. Надо кнопки забиндить на майке. Ну, кто-то хлопнул уже. Это был СМУ. Ну, я это сейчас, блядь, еще нахуй десятки обычки отменять, блядь. Так, ползет, ползет, сейчас кто-то хлопнет, есть. Я стою пособие, у меня когда 6000 дополнительных дает, блядь. Слава хлопнул. На секундочку, натуре, блядь. Кто взял этого Дэвида? Это у меня пианино, конечно, из шоков. Конечно. Я уже просто привык, уже надо бежать, блять, от духов. Распыл. Че это? Боже. А тоже как аксиому подыхать в конце на боссе. А души сосешь, не забыл. Это выходной. Теперь, кстати, Калеба не юзает символ на молнию. Потому что ее не кастует. Не шарю за Елену.
Мне в этой игре вот есть классы, которые вообще не нравятся. Прям не... Например. А? Например. Шаманов не люблю. Налема. Не, в принципе, шамана, я, ну, мне механика тотемов не нравится. Шаманы, ДКшники не нравятся, вот эта механика рун тоже. Ну, главное, у самого ДКшника не нравится. Не нравится, но я нет, не кайфую. Ну, прям... У меня анхорик даже есть, ну такой нормальный, то есть, ну, который будет. Да, я помню, ну. Типа есть. Его там подделать маленько, там ТГ пофармить, он будет. Ну, будет цифры охуенно выдавать, да? Да, но он так-то цифры нормальные выдает. Ну, так же, как хорек буду выдавать. Просто... Не, ну хорек сейчас шемку возьмет, блядь, будет выдавать, заебись. Я в пушку. Таша, не сильно... Голем, голем, голем. Голема пошли. А, квест на голема? Стойте, я да. Не взял квест. А, я не взял, сейчас возьму. Не крути пока. А, берите квеста, на минуту отойду. Еще, короче, мне не нравится этот... Бой. Не класс. Барлок. Дохнем еще. Так и мало. Мы за квестом пошли. Маг заебись, у него порталы есть. Может было ранее такой в Аргримаре торговать? Это вообще просто, я даже не жму камень. Даже эту стылую кровь нажимаешь, вот и портал быстрее кастуется. Прямо точно. Надо банку на репу купить. На чё? На репутацию. Заходишь в магазин, за голоса ты можешь банку купить на репу на час. Чё она дает? Ну, 10% репы. Прокачать кольцо. Она и так нафармится. Это долго качать ее. Ну все же, чуть быстрее. Уже можно было бы, уже давно бы нафармить. Если бы играл. Все, пошли себе бить. Давайте. Сейчас там холидринг. АФК. Я на месте. Я завис. С днем дисконнект. Все зависли. А, все как я заебал это? Не знаю, я бегу, вы все на месте. А, слышь, Слав, я завтра на РТ, может, на час опоздаю. Не точно, конечно. Там малую, если что, надо на репетицию отвезти. Завтра мы куда идем? Сервер уже лег, что плакать? А? Давай сюда пойдем. Давай еще. У меня вопрос по поводу паладина, учебники, Лантиэль, что-то такого плана. Знаешь такого? Сейчас скажу точно, я вроде где-то... Отнеси маме. Или не хватит? Самый лучший. Лантаэль. Тебе вкратце написать, что он писал? Это я могу скинуть, что он писал. Да, было. Mm-hmm.
Это я как раз рейд собирал. Да. Я встречал. У него есть такой же перс, только через другую букву, как что же Лондель. И он находится в республике. То бишь, вероятнее всего, это основа в республике отвину вас в гильдию. Ну, нет, просто чтобы потом не было вопросов, как бы я Черика-то ребятам закинула сейчас. Ну, чтобы они его не брали, я написала, то есть там много отзывов приятных я написала. А, не-не-не, просто, ну, мало ли, это, знаешь, какой-то постоянный игрок. Не-не, это... Понятно. Что как у вас там вообще нормально пишет? Порты. Я говорю, нормально все в гильдии порты. Я тоже хотела, но у нас это как-то все пошло неправильно. Знаю, я уже смотрела, но мне как раз получается, что я замолвила в садик иду в 5 часов. Меня уже Бульбач звал к себе туда в Сибирь, ну, за Сибирь. Но у них артышка начинается тоже в 4. Я говорю, а мне в садик. Я говорю, а мне в садик, говорите. Что это? Что это? Ни разу не был в рейдах. Мало, ты мне ИП-шку дашь? За Сендру. Нет, я тебе сказал, ты, видать, забыл. На работу ушел. Мы пошли чабить. Байден, сука. Прекрати агентов слать. Вау. Мне друг, он уже полгода подъебывает, говорит, Dead Space вещь, конечно. Zombie VC Plants еще неплохо. Герои меча и магия 3, вот это самая лучшая игра в мире. Я 4 люблю. Начал 12, закончил 32. Это не часов. Ебать. Прошел что-то там часов. Соберите. Вот плюс. А что, пускают? Типа красным горит? Да, пускают, только мы все... Ну, все хуйня. Я когда Вовку начинал играть... Ё-моё, тут людей на входе. Это капец. Мы, короче, садились вот так Вовку играть. Ну, по скайпу с друзьями созванивались. В 9 утра начинали, и
6 часов утра следующего дня заканчивали. Неплохо. Я в клубе начинал. Меня выкинуло из рейда, но я как бы в пати спокойно зашел. Ладно. Так, такая же хуйня. Ух, ебать тут на входе. Да, дай бурю. Разок. Выйти, дать бурю и отключить Т4? А он включится, я думаю, в рейде. Ох, ё-моё. Я на Варикса. Сиджи фрик. Мне показывают нас вообще 7 Санта человек фрик, в пати. Фрик. Да, трое покинули, его прессуют. Я тоже так понимаю. И что, вас нет? Они выкинули? Нас выкинуло из рейда, и спокойно зайди просто. Эфир дали. Давайте. Он не зайдет, его в рейде нет. Войда только, лидерка, он мертвый. Гильдию плюсует. А Войд сам не зашел. Да, я систа просто. Всем. Да. Неотразимый на аккаунт шарится, да? Да. Кайф. Если ты на аккаунт делаешь, то... Я почти доделал. Я тебе так скажу, у тебя, если персы на одном аккаунте, все пэты, все маунты, они на каждой перс себе шарятся. Не, не все маунты. Нет, вообще маунты не шарятся. Ну, почти. Вот игрушки шарятся. Вот это тигр, ну, который... Все, ну, только тигр Диего, который с ачивки и все. Даже если ты нового персонажа ставишь, сейчас его на почту кинет. Да, тут игрушка. Почему-то из-за ЕПГБ так висит все. Именно из-за ЕПГБ. Переходим на конс. Далее какой дракон большой. Переходим на обычный просто без... Тут Коландали. Без мастера. Давайте убьем этого чубрика. У меня самый большой. Сейчас я вылечу в него, погоди, ну на нафиг. За счет крыльев, нахуй. Ну так. Дебафнем кашку тоже. История убила. Ой, заходи, мы стоим около большого чела. Блять, а что, мне квест не засчитали, что ли, или что? Подожди, квест. А ты его вообще взял? Я взял, мне там скинули. Да. Мы же еще не убили его. Еще не били. Не, квест скинули, говорю. Не знаю, у меня висит. Ну, мы-то последние брали. Мы брали раньше тебя. Целый. Нет, квест висит. Там все в порядке. Ну, держи в курсе. Иногда, когда стоит очень долго, тоже не очень хорошо. Вот тут я абсолютно согласен. Заебался стоять. На стол, бля. Да. А как кнопки-то такой, чем еще? Постоянно стол подкидывать, это, конечно, такое. Надо. Встаешь такой за чаем отойти, у тебя просто стол кверх ногами все. Так у нас еще Изабелла есть. У нас сейчас, да, Изабелла есть, но она молчит. Один раз говорил. Да, хант. Нет. На ханте. Ну, либо у нас 3 девочки, либо у нас 2 девочки. Ты еще и говорил отпрыгнуть. Слышишь, ты когда я Вилашу будешь по-женски называть? Давайте все спрячемся в плотку. Жена, все приросло. Сейчас, походу, сдохну. Интересно. Ближе встаньте, там чума вешается, прыгает на всех. Ты че, блять, повезло? Зайдите, в палатку зайдите. Палатку. Великане
Ну, освоение великана. Чему разгоним? Он хотя бы не крашит игру. Ну, это тебе не 25. Уже. Там вагон один есть. Ты злорадствуешь, да, Бен Стиллер? Это Бен Стиллер. Я скажу, молчу, блин. Ой, что? Я буду рогу в 56 мастерства собирать. Ну, синтека нет, надо ж кого-то вагонить. Так, а зачем робот? Если я вагон, то я согласен. Да, а что ты фрик? Да, ты вагон. Ты же попу мыл? Да, кто сейчас сдохнет, ставим ставки. Оп, квест. Блин. Разбегаем себе. Давай теперь перед сурком или после сурка зададим квест. Думаю, что после сурка. Да. Да какая разница, там все равно ОД будет. А, ну там, он же еще активировался. А может там багруха выпадет? Наивный. Ты мне, не играешь? Мне же падало. Ну что, мне тоже падало. Что, Слава, будешь танчить или почилить? Я один раз там что-то нормально упало и все. Ну я падал ее за 29 500 кому-то из наших. Я могу в ДД затанчить. Может, наоборот, муж я полетаю, у меня с масс агро как-то не очень. Да, погоди, погоди. Давай я здесь затанчу. Парни, у нас есть час пока. Говори, ой, давай. Он еще особенно не знаю. У нас есть час, пока я окончательно не набухался. Давай, пацаны. Мы сможем. О, что будет? Ты еще герой хочешь, да? Потом я не смогу хилить. Я буду промахиваться. Промахивай. Ну-ка, ну-ка, мне. Думал, мачку на воткнули на ракету. Спасибо за оптимизацию. Реактивный код. Ну-ка, прыгни на коте. Если в 25 км танчил трэш в ретрике, то в десятке бычки затанчу. Ой, как-то смешно летает, слушайте. Ну, в пушку сяду. А мушанься кота сделал только ради этого? Что, на нашем корабле холидрейн ловится? Да, я в танке. Капец, я даже ранец не надел. Стоп. Пух отняли. Стол вставай, ответил. А что, мы в три танка, что ли, поехали? Ты что, не спекнул? А, ну, теперь тай, короче. Да, ладно. Подамажим. Пофиг. Блин, элементаль такой прикольный. Почему я один тут? Что тут там долго так бьет? Чего у нас так много? Так блин? Я один тут, блядь. Ой, а что ты не летишь туда? Ну ты старайся там туда. Я забыл ранец. Я понял. Это вагон. А я не понял, как назад возвращаться. Никак. Там, когда эти, вон, видишь, портал появляется, и когда на нашем корабле трэш выходит, через этот портал с того корабля можно, короче, на наш попасть. Вот этот портал? Да, вот этот портал. Ну-ка. Слышишь, так... Обалдеть. А на Джане все-таки 15 стаков надо большим ловить, или 25, как было раньше? Ну, может, после видос клиент на X2. И, кстати, это все хуйня, то, что вы говорите, у нас хилы не вывезет. Вывезет, надо все работать по тактике, вывезет. Ну да, просто надо подпотеть ему немножко, а не хил. Попотеть придется, да, я не спорю. Ой. У меня друг, он Джайну в Т4-1, блядь, захиливает. Полипал. Полипал, Т4-1. Да. Блять, или холипал всех качат. Давайте сегидли, хочем всех холипалов. Хилить вас, бичей.
Я вот сейчас делаю холи полосты. Я у другана спрошу, узнаю, короче. Последний раз я видел, да. А в этом нету путеводитель по приключениям? Вот, нет, который новый имеется в виду, этот, как его, помощь новичкам, там же должно быть. Новичкам донатить на Сирус только, блять, и будет вам помощь. У нас же есть еще танк. Убегайте оттуда пока что. Не, я захочу его. Я захотел его. Репетируй, иди на ту сторону. А нахуй вы туда прыгаете, и... говорю, уйдите оттуда, дайте ему стаки скинуть, потом пойдете. Вы что делаете-то? Так он пошел по всем. Да кого по всем, блядь, улетели с корабля, и все, че вы туда, нахуя вы туда вернулись? Не знаю, сейчас что делать, блядь. Ждем стаки, стаки скинем, там быстро мага убьем. Ну все там, че, холи дринк, может ты там щит возьми, лети туда, пробуй. Хилти, холи, дрин. Мага добейте быстрее. Я не достаю до него. Ну да, да, да. Абл. Все, улетайте. Оттуда. Дота добьет, но. Ресните шамана. На крыле застрял, у нас лука нет. А, у меня же вставалка есть. Оба упадет, наверное. Да, 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 почти. Еще открыли раньше времени. Почти упала. Если бы три шмотки падало бы с этого сундука, то третья была бы труба, наверное, точно. И пыльте кольцо. Мечтать не вредно, Сань. Че, я не... Я не помню, сколько мы раз 15 в гер уходили, блядь, один раз её труба упала, нахуй. Сейчас спектр. А, у нас вар же есть, он репичит, он что, он в соло не знает. Там... Короче, я уже спекнулся, сейчас отожрусь. Ну, потому что вот так вот не хожу же никуда, считай. Чё? В 25 часов. Да. Дилку там на кого-то перевесить. На мага вешай дилку. Да, давай, давай, закинь. Ты просил пояс? А, у нас же бенстиллер есть. Я бы на бенстиллера тогда перевесил или на Вайда, нахуй. Я на бенстиллер закинул там. Сейчас я агро генерить буду, еще дохуя. Имейте в виду. Ну тут тоже хотя бы это не надо, что прям сильно столько. Придет разумного. Ага, мне тоже каску. Давайте лучше каску, я крик на АП дам, если что. Каску вместо МП5. Каску помагам, каску помагам, каску помагам. Все, остальным потом. Блять, я забываю, что это хуйня, ее надо сжать, когда в начале нахуй, да. Кому успел, тому разбафал то, что хотели. Нажимаю бурсты. Так. Сальва бурстыля. Ебать там на. Не знаю. Пол пока... нифига себе. Пока все стабильно, прокает, блядь, не знаю, что вы там говорите, блядь. Фига. Ну, играю в аркан. Не, он и будет арканом. Ну, если, конечно,
Я не соберу себе без шмот, смогу себе фаер сделать потом. Капец, лимы, просто я в биче лиме даю 20к. А ты прикинь, чего хэлла будет с таликом выдавать? Да, там будет 25. А у него еще мы ему тогда бошку выбили с дуламана. Я понял, лута не будет, короче, в этом рейде. Дальше может... Нет, это... Дальше ни трубы, можно. Ни топора, что-то ничего вообще не трубы. Дальше можно даже найти, наверное. Это. Все, расходимся. Отдай мне свою душу. Да и пронесем. Отдай мне свою душу. Ну, почти добежал. Бегу. 10 багрух выпало, отлично. Багрух? Гриль. Да, 10 штук выпало. Я тебе повезло. Да, пойду подавать его 50 тысяч каждую. Вот это да. Телепорт работает. 10 на весь рейд получил. Ну да. Можно сесть того сказать. Лима делать. Ну да, если есть класс, что не играет. Надо играть за тех, кто дамажит. Да, что-то а Энхи что, не дамажит, что ли? Не знаю, но я в биче Лиме дал процентку. Ну Энхи подамажили, теперь и Лимы будут. Там дамажит аркана, я буду дамажить аркана. О, все здесь. Не знаю, а потом пофиксят лимов. Всех пофиксят. Мне больше всего понравилась ситуация, когда они сделали анхолику просто ебанутыми, когда там скалирование просто было на 1%, короче, за 1% хосты увеличение урона шло. А сейчас сделали за 2. И вот они делают после того, как они их переапали в говно, блядь. Они нерфят, блядь, ДКшников и нерфят варов параллельно с ними. Нахуй вы вообще к варам лезете, блядь, вары. И так там, блядь, чарки занерфили, все занерфили, блядь. Они им еще, блядь, своим нерфят на 40%. Черти конченые. Эй, лужа. Так, ладно. Давайте эту риталу. Ебашь, Слава. Я дождик костой. Можно фул, да, пойдем? А че тут проходить? Насколько сможем? Ой, блядь. Да, насколько сможем. Лича хоть потраем. Да ладно, мы тут проходили вообще в два бича. Пару траев лича дадим хоть? Да, дадим, но... Может. Если в ДПС упремся, то... Да убьем или че, чего это самое? То я просто... выйду тогда. Не. Он Серджу заменим. Да. Слабо да и вообще. Серджу уже приоделся, он вчера клычок полутали. Ну, Саня, извиняй, блядь. У меня таунт, блядь, массовый один. Угу. Венсилер был раньше. На клык? Кого на клык? Ну, блять, анрол я сделал на клык, Сергей. Че за клык? Ну, череп. Короче, да, завтра клык Синдрагос анрол, нахуй. Блять, как он там? Шипастый череп или как? Шепчущий. А, бля, почему думал клыкастый череп? На клык, говорит. Может, тебе на клык дать надо? Давай. Колокол. Ой-ой-ой, что за бис? Нафиг на нас было. Сильный тринкет, мне надо. А лучше чашки ваших хваленых. Мне бумажный дирижабль запусти. А, ну что спрашиваю? Продиспелить, пожалуйста. А чё, мы похилимся, нет? Не, зачем? Может, исследователя убьем лучше? Можно его убить и похилиться. Заодно.
истребление сейчас будет. Христа, нахуй. Да ладно, это не две собаки. Две собаки я не заказывал, еще исследовать. Так было уже дело, когда на прошлом КД, да, когда мы этого... Где собаки стояли, били. И подохло пол рейда. Ну да, только откинем на фул ХП уже снова это, от загрома. Секунд, ну да, 9 секунд КД, это неплохо. Ловушку снимать? Да. Снимай. Подожди. Они, не, Славе души нужны. А стене души. Хорошо. Сколько у тебя еще? Окей. Ну ты на этом получается зафармуешь, да? Ну два босса, примерно, 2-3. Так, еще что? Ловушка активирована. Войд потом в первом рейде собирает осколки. Ну, я сегодня 6 осколков залутал. Бабычки. Ну да, мы с ним прошли. А сколько? Ты же там не в пол пронес? 8 боссов. Ну, блин, так. Это отлично. Ну, мы могли, конечно, Лану убить из стопы. Ой, там такое пиво было. Но могли бы убить. Могли. Ой, все, Слава. Слава. Что у нас после этого Хурюка и Рависта на очереди на сколько? Там просто, короче, Хэлла надо...